14-летние амичи получили паспорта из рук губернатора в преддверии Дня России. Торжественная церемония прошла в парадном зале Законодательного собрания Омской области. 19 школьников, отличники учебы, участники олимпиад, спортивных соревнований. Главный документ нашей страны ребятам вручил губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона напомнил знаменитые строчки Николая Некрасова. Что такое гражданин, отечество, достойный сын? Быть гражданином значит брать ответственность за себя и за свои поступки. Не ждать, когда тебе что-то даст Родина, а самому думать о том, чем ты можешь быть полезен для своей страны. Настоящий гражданин должен быть хозяином своей страны, а не гостем в ней. И я знаю, что вы к своим 14 годам уже многого достигли. И уверен, что вы дадите еще немало поводов для того, чтобы мы гордились вами. Я вас поздравляю с вручением паспортов и с Днем России. Главное, верьте в себя и смело идите к поставленным целям. Юные амичи готовы учиться, трудиться и приумножать богатство нашей Родины. У ребят большие надежды и планы. Одни увлекаются литературой, музыкой и танцами, другие хотят стать инженерами или программистами. Ученица Нововаршавской гимназии, победительница международных и всероссийских конкурсов Ксения Гукина назвала получение паспорта первым шагом во взрослую жизнь. Учусь я на отлично, но теперь у меня есть возможности с паспортом куда-то идти на какие-то другие конкурсы, более взрослые, более масштабные. Мои любимые предметы – это русский язык, литература, и, скорее всего, я буду по этим предметам дальше идти. Вот люблю литературу, для меня это русская классика, это для меня замечательная вещь. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикоренц заострил внимание на важности связи двух событий – вручения паспортов и праздника Дня России. Сегодняшнее событие, оно знаменательно прежде всего тем, что оно традиционно проводится накануне Дня России. Это, в общем-то, с одной стороны, молодой праздник, да, но с другой стороны, он очень важен для нашей страны, для молодого поколения. С учетом того, что и праздник молодой, и вот эта наша традиция вручения паспортов, то есть первого государственного документа, который человек получает, и получает таким образом и долю ответственности, и доверия от своей страны, от государства, от своей малой родины. И то, что мы это мероприятие проводим именно вот в таком торжественном формате для самых лучших представителей нашей молодежи из разных районов нашей Омской области, наверное, это главное достижение вот этого мероприятия. Отличные эмоции под занавес праздника. Фото на память, исполнение гимна России.